Приветствуем вас на очередном матче Кубка КамАЗа. Встречаются команды «Строитель» и команда «КамАЗ». Сейчас будет маленькая техническая пауза, потому что все команды, обе команды в синем. И, скорее всего, будут манишки сейчас кто-то одевать. Рефери принимает решение пока начинать игру. Стартовый состав команды «Строитель» в воротах Зуев. Амир, защита Чугунов, Родион. Холкин, Ранель. И атакующие игроки у нас наборщиков. Дмитрий, Шакиров, Виталий и Сарваров, Тимур. Нет, все-таки пауза, да, ожидаем, когда принесут манишки. Не разрешают судья играть. Команда «Строитель» будет играть в розовых манишках. Даже не в розовый, это малиновый цвет. Свисток, и матч начался. Первый опасный момент возле наших ворот. Падает сейчас Шакиров. Сарваров. Передача в центр на Шакирова. Чугунов. Наборщиков. Чугунов в подкате. Выбивает сейчас мяч за пределы поля. Судья фиксирует все-таки последним игроком, который касался мяча, был игрок КамАЗа. Напоминаю, у нас сейчас будет сразу две игры подряд с двумя разными командами КамАЗ. Удар. И Юнусов сейчас спасает свои ворота главой. Подача. Удар. И команда КамАЗ открывает счет в этом матче. После стандартного положения 25-й номер замкнул передачу головой. Шакиров сейчас непонятную передачу сделал, и в результате потеря мяча. Сильно прям подают штрафную ауту. Сарваров сейчас.
Сарваров долго принимал решение в результате. Шакиров сохранил мяч для команды. Чугунов выбивает мяч. Дальний удар. Юнусов. На поле появляется вторая пятерка. Кульбаризов, Миронов, Гатаулин, Маштаков и Кагиров. Тагир, по-моему, сейчас появляется. Как-то пока прижались к своим воротам наши ребята. Команде КамАЗ смена. Дальше появляется вторая пятерка. Выровнялась игра сейчас в центре поля. Позиционную атаку пытается КамАЗ организовать. Угловой зарабатывает КамАЗ. Подача Зуев. Ой, прошу прощения, Юнусов сейчас прерывал передачу. Маштаков сейчас мяч кидает в пределы поля. Юнусов. Вместо Маштакова на поле появляется Юмангулов. Миронов. Хорошая передача в центр. Гатаулин. Очень неточно сейчас Илья сделает передачу. Борисов появился на поле. Заряжен сегодня Ренат на атаку. Доходит мяч до нашего вратаря. Утроды? Полностью? Ну ладно. А? Смена в команде «Строитель». Появляются Шакиров, Чугунов, Наборщиков, Холкин и Гатиатулин. Появляются Шакиров. Ты фрешку сразу берешь? Штрафной в пользу команды «Строитель». Наборщик. А Дмитрий по правому флангу сейчас
нам, наверное, достаточно фоток. На шорцы? Шорцы. Смена в команде КамАЗ. Третья пятерка появляется у КамАЗа. Напоминаю, счет по-прежнему пока 1-0. Наборщиков по правому флангу. Удар. Еще. Шакиров. Опасный. Первый опасный момент создает наша команда сейчас. После сольного прохода Наборщикова. Чугунов. Ошибается в передаче. Удар. И КамАЗ делает счет 2-0. Аут в пользу команды «Строитель». Шакиров. Скидка на Гатиатуллина. Сейчас надо отбирать. Шакиров выцарапывает сейчас мяч. Наборщиков. Подача в штрафную. Не выключил сейчас Дима из игры, несмотря на то, что получил по ногам. Довольно-таки большой сумбур сейчас в центре. И команда КамАЗ бежит в контратаку. Удар. Опасный сейчас момент. На скорости убегает Наборщиков. Толкают его уже откровенно по ногам. Сейчас рефери не видит. Вратарь. Извиняется сейчас вратарь перед Дмитрием. Да, игровой момент. Встает Дима. Замену просит рефери привести Наборщиков. Достался значит, в моменте. И появляется вторая пятерка. Ну все нормально с Димой. Он дошел нормально до скамейки. Сейчас отдохнет. Тут же врач пошел смотреть. На всякий случай. Удар. И КамАЗ делает счет 3-0. После ошибки наших защитников оставили игрока одного. Ошибается передача наши ребята.
Ну все, да, с Дмитрием все нормально, медик посмотрел. И Дмитрий сидит с командой сейчас на скамейке запасных. Телезритель. Ольга Наборщикова может не переживать. Главой сейчас команда КамАЗ будет подавать. Подача Юнусов. Вместо Тихонова на поле появился Юмангулов. Не может собраться наша команда сейчас. Все, единственный опасный момент был создан. Хорошая стенка. Отличный перевод на Юмангулова. Юмангулов. Перевод на Кульбарисов. Успевает мяча. Отворот фиксирует судья. Еще мяч покинул пределы поля. Хороший выход показала наша команда. Кульбарис. Юнус Фамер вступает в игру. Холкин с мячом. Сарваров появился на поле. Шакиров. Да, первая пятерка появляется. В том числе и Наборщиков. Появляется на поле. Сейчас как раз сразу на Наборщикова передача. И Дмитрий опять по своему правому флангу убегает. Шакиров. Передача на Сарварова. Сарваров удар. И из пустых ворот сейчас игрок КамАЗа выбивает после несильного удара Сарварова. Главой. Подача. Стопроцентный момент сейчас был у Сарварова. Отыгрывать один гол. По-прежнему 3-0 в пользу команды КамАЗ. И главой. Отлично. Наборщиков начал эту атаку. Дальше Шакиров не пожадничал. Сделал отличную передачу на Сарварова. Но, к сожалению, Тимур не забил. Наборщиков. Хорошая передача. И Шакиров. Долго разворачивался Виталий. Сарваров. Хороший перевод на Наборщикова. Наборщиков удар. И на перекладины сейчас мяч пролетает. Встрепенулась наша команда. Наборщиков перехватывает. Передача на Шакирова. Обратная передача. Наборщиков, подача в штрафную. И вратарь переводит мяч на угловой. Наборщиков пошел подавать. Подача. Чугунов хорошо переводит на Сарварова. Наборщиков. Здорово. Убегает. Удар. И вратарь в ближнем углу опять переводит мяч на угловой. Хорошая смена сейчас у первой пятерки. Подача. Нет, рикошета сейчас. Чуть мяч не залетел в свои ворота. И Шакиров правильно сейчас прессингует вратаря. Допустил он ошибку.
наборщиков. Удар. Видимо, очень Дима разозлился за удар по ногам. Сарваров. Хороший перевод. Опять наборщиков с мячом. Дальний удар. И рядом со штангой мяч пролетает. В команде КамАЗ смена. Появляется очередная пятерка. И в команде «Строитель» также произошла смена. Вторая пятерка появилась на поле. И первый тайм закончен. Показывает рефери, перерыв. Второй тайм начался. Поменялись воротами. И в команде «Строитель» единственное изменение. В воротах появляется Зуев Артур. Тар. Переводит на угловой сейчас Артур. И опять дают бить сопернику. Нарушение со стороны игроков команды «Строитель». Тихонов Тимофей сейчас нарушал. Полубарцовским приемом вложил на газон соперника. Тихонов сейчас теряет мяч при обработке. Гатаулин здорово сейчас обыгрывает двоих. Ногам сейчас получает Гатаулин. Штрафной удар. Подача. Гатаулин. Удар. Защита. Еще удар. И сейчас просто чудом мяч не попадает в ворота. Но попадает в вратаря игрока КамАЗа. Еще один угловой. Борисов подает. Подача. Тихонов. Долго принимает решение Тимофея. Успевают его накрыть сейчас. Гатаулин. Вратаря сейчас прям попал. Хорошую позицию занял. Миронов сейчас перехватывает. Главой в пользу команды КамАЗ. Подача. Беги!
замена была. Не понял Гатаулин, что можно играть ему. Выключился на мгновение из игры и побежал на смену. Появляется первая пятерка. Дальний удар. В Холкина попадает мяч. Наборщиков. Пять по ноге получает Дима. Останавливает игру. Достается сегодня Диме. Нормально, нормально. Мужество у нас встает. Настоящие мужчины играют у нас в команде. Даже не стал просить замены. Да, показывает Дима, что все нормально, готов дальше сражаться. Ворот. Холкин отправляет Сарварова вперед. Не понял, сейчас Сарваров задул у Холкина. В команде КамАЗ смена пятерки. Сарваров. Хорошая была передача на Шакирова. Не попал сейчас Виталий в створ ворот. И КамАЗ убегает в контратаку. Зуев на страже своих ворот надежно. Хорошая передача на Наборщикова. Чуть-чуть не хватает скорости Диме сейчас. Зуев перед собой. Холкин сразу же выбивает мяч вперед. Наборщиков есть возможность. Удар! Рядом со штангой сейчас мяч пролетает после удара Дмитрия. В дальний угол бил сейчас. Зуев забирает сейчас мяч. Быстрый ввод на Шакирова. Шакиров, передача дальше на Сарварова. И аут фиксирует. Опять у нас там словесная пока перепалка. Видели мы сегодня уже и дальше, чем словесная перепалка в предыдущем матче. Совсем понятно. Пенальти назначает судья. Видимо, за игру все-таки. Шакиров
Разбегается удар и не попадает сейчас в ворота. Могли отыграть сейчас. Спорный, конечно, штрафной. Ну, удар с фор-ворот довольно-таки не точно. Наборщиков разгоняется. Зуев хорошо, спокойно на выходе сейчас играет наш вратарь. Смена в команде «Строитель» появляется. Вторая пятерка. Удар, Зуев. Фиксирует мяч Артур сейчас. Перекладина с дальнего удара. Ты рот прикрой маленько. Выражаешься, стоишь там. Миронов первый на мяче. Давай, неточная передача. Таулин в центре. Кульбарисов. Убегает Кульбарисов. Сейчас по бровке. Рефери фиксирует, что Кульбарисов уже за пределами поля был. Там сурбур, непонятно сейчас. Ну, а с кем вы будете играть? Но. Ну, так и называется. Строитель 2013. Дальше штрафную. Дальний удар. И не точно сейчас. Хороший выход. Через пас. Гатаулин дальше на Юмангулова. И угловой сейчас. Зарабатывает команда «Строитель». Подача. Сильно, высоко. Юмангулов на Кульбарисова. Сейчас прямо над самой перекладиной мяч пролетает. Миронов первый на мяче. Кульбарисов.
И команда КамАЗ пытается убежать в контратаку. Удар. Угловой. Подсказывает сейчас наш вратарь своим защитникам, что надо каждый с каждым. Подача. И мяч покидает пределы поля. Очередной неточный удар в исполнении КамАЗа. Миронов с мячом. Здорово увидел сейчас Гатаулин. Ульбарисов. Перевод на Юмангулова. Ульбарисов. Нет, не получилось сейчас обыграть. И довольно-таки опасно. Сейчас Ренат делает подкат сзади. Рефери фиксирует это как фол. Не успевал он уже. Гатаулин. Перевод на Кульбарисова. Обратная передача в центр. Перехватывают игроки КамАЗа сейчас. Дальний удар. Зуев. Появляется первая пятерка у строителя. Остается буквально 3 минуты у нас. Может, даже меньше уже. Да, рефери начинает уже смотреть секундомер. Тем не менее. Полкин сейчас теряет мяч. В команде КамАЗ смена. Подача, удар. И опять со стандартного положения игроки КамАЗа забивают гол. Дима уже при приеме сразу три игрока начинают встречать. Мяч. Гатиатуллин появляется на поле вместо Шакира в команде «Строитель». Холкин. Перехватывает Ранель сейчас мяч. Он передачу не смог сделать. Чугунов.
довольно-таки просто. Наборчиков сейчас убегает. И звучит финальный свисток.